Приветствую всех на своем канале. Предлагаю вам сегодня рецепт вкусного и необычного салата. Приготовим салат из тыквы с сыровяленым окороком и сыром пармезан. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь. И не забывайте ставить лайки, а также пишите любые комментарии под видео. Для приготовления салата нам понадобится тыква, сыровяленый окорок, сыр пармезан, оливковое масло, майонез, сушеный базилик, руккола, соль и смесь семечек. Начнем готовить. Тыкву нарезаем небольшими кубиками. Выкладываем нарезанную тыкву в миску. Добавляем к ней 2 столовые ложки майонеза и 1 столовую ложку сушеного базилика. Хорошо перемешиваем и немного солим. Далее эту тыкву можно или запечь в духовке, или обжарить на сухой разогретой сковородке, как это делаю я. Собираем салат. Слоями выкладываем рукколу, обжаренную тыкву, окорок и сыр пармезан. Поливаем все сверху оливковым маслом и посыпаем очищенными семечками. Наш салат готов. Такое блюдо займет достойное место на праздничном столе. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение. Советуйте и задавайте вопросы. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!